Главное управление внутренних дел города Ташкента и УзРепорт ТВ представляют передачу «Дежурная часть». Подробности произошедших событий, правонарушений и преступлений, совершенных на территории столицы. Закладка с наркотиком представляет собой небольшой герметично запечатанный пакетик. Он дал наркотики. Первые 100 грамм я выполнил, потом 200 грамм его выполнил. У одного из этих молодых людей в руке был нож, а у другого серп. Я приезжал в город, изучал ситуацию, выбирал машины. Я открывал окна автомобилей «Дамаз». Криминальная хроника, аналитические материалы правоохранительной тематики, обзор происшествий, расследования, профилактические и информационные сюжеты – все это в передаче «Дежурная часть». Смотрите в субботу в 15 часов и повтор в воскресенье в 11 часов.